Здорово, мы продолжаем прохождение Devil May Cry 5, и у нас на очереди пятая миссия, дьявольский меч Спарды. Так, отрубая геймпад от зарядки. Да. По всей видимости, данная миссия у нас будет проходиться также за Ви. Ну, может быть, оценим мы его по достоинству, нового персонажа серии Devil May Cry. Ну, конечно, хотелось бы уже за Данту underground. Then I guess we have some clearing up to do. And me without my gardening shears. Не знаю, кому-то, кстати, данный персонаж зашел. Я пока его не выкупил. Хорошо, да, кстати, мы нашли леди. В третьей миссии. Так, персонализация. Посмотрим, что там можно еще прикупить, какие приемы. С кошмаром, залезть на кошмара можно, да? Сердце формы, призванный кошмар медленнее расходует шкалу. 15 тысяч. Ну, я думаю, давайте изучим. Потому что правда, что кошмар, он прям появляется и исчезает. Королевская вилка, окей, у нас нету блокада. Дольше удерживать, затем отпустите. Карусель, нажмите назад, удерживайте, а затем отпустите. Блин, это запоминать надо. Треугольник, треугольник, треугольник. Комбо-тень. Находясь на земле, нажмите треугольник, затем несколько раз. Изучаем. Рьёш. Зажмите и отпустите, отлично. Ну, думаю, этого хватит. В принципе, на кошмар у нас нет, наверное, оставим. Кстати, у меня теперь 6 золотых сфер. Мне за... вход в игру дали одну золотую сферу, точнее ромб. Подожди, а что за предмет? А, о, тут фиолетовую сферу можно прописать, они что-то дороговато стоят. Фиолетовая сфера качает полоску магии, да, которая, я так понимаю, только у Ви, хотя в принципе у Ниро, как и, кстати, я здесь только что сейчас допер, почему у Нира отсутствует Devil Trigger. А Devil Trigger у него был привязан к руке, ну и, соответственно, к Ямато. То есть Нира сейчас не может использовать Devil Trigger. Забавно. А вот, кстати, Данте может. Ну, Данте на половину демон, а Ниро на... 1/4 демон. Вот такие вот штуки творятся в мире демонов и людей. Хорошо. Да не сутулься ты. Кстати, насколько я понял, мы пока на данный момент нашли все секретные миссии. Это очень хорошо. Доставай своего книжа.
Окей. Забываю, что еще здесь назад атака. Так. Ничего не пропускаем. Нет. Я не помню, как он ехал. Вроде бы догнал. Вроде бы нет. Can't move forward without breaking through these. А в чем проблема сейчас? Уберем этот? No, не откроется у нас проход. До сих пор нам не объяснили, откуда Ниро знает Ви. И откуда вообще он выполз, и откуда у него тут такие познания в демонологии. Стоять, это что было? Показалось, что можно пройти. А сзади у нас там... Сзаду проходы не открылись, окей. Сразу, в принципе, без всяких. Кто-то прорывается сверху. Ого, что это такое? Забавно. Минус одна. Так. Если пропустил этот момент, что они здесь попадали вниз. Какая-то музыка играет, трактор в этом. Это бульдозер, не знаю, что это. Называется данная машина, походу на какой-то трактора бульдозер. Как по мне, я не специалист, конечно, в этих вопросах. В вопросах трактора бульдозера. Так, отлично, это у нас магия, а в принципе она нахрен не нужна. А зачем туда забираться? Есть ли смысл какой-то? Есть смысл с той стороны что-то добыть? Это, по всей видимости, надо в обход идти, да? Кстати, я заметил, что в пятой части отсутствуют звезды зеленые, которые хиляли нас во время
Прохождение миссии, да? Также и фиолетовые звезды. Что очень как бы прикольно. Ну, странно, с одной стороны. Хорош. Да, на нем место вообще выбивать 13. Я забыл, кстати, как... Ага, это... Закрой эту книгу. Надо все хорошо читать. Так, подожди-ка. Не торопимся. Угу, вижу еще один... Одну секретную миссию. А, надо откуда-то сверху это смотреть. Интересно. Это наша, да? Да, как-то. Ого. Так. Ладно, ломаем пока. Смотрим, что произойдет. Но по виду обзор где-то будет вон оттуда, да? Можно как-то можно забраться наверх. Да нет, ну не залазит туда, нифига не идет. Но там походу можно как-то пробраться. Ладно, пока пройдем туда дальше. Видно, что у нас здесь ожидает. А какого хера это? Кто сломал? Хилки.
Так, я хочу туда. А как мне туда пробраться? Да я вообще не вижу возможности туда пробраться. Неужели я назад не вернусь, если спрыгну? Да, по идее, должен запрыгнуть, наверное. Ого! Пуза королева, хорошо. Мини-босс, по всей видимости. Да, Голем, ты вообще не в самый подходящий момент появился. Да, чувак, ты не нужен, к сожалению. Надо было тебя раньше вызывать. А что протупил? Тебя раньше призывать? Потому что я сразу воспользовался магией изначально и потратил. Полоску. Да, назад нам по-любому мне не забраться. Но можно вот сюда. Так, опять вылез на что-либо. Не вылезет. Щупальца. Хорошо. Эту штуку мы забираем однозначно. Это второй, да, осколок? Не изменяет память. Так, хорошо. Ну, для начала сходим наверх. Go. Да, вот эта штука ломала. Туда можно пробраться? Как будто можно, кстати. Ноут, да? Нет, не дает нам игра залезть. Ну, следовательно, ломать. Оу, ноу. Блин, это вниз. А это значит, что это плохо вниз. Поэтому и мы миссию не смогли забрать. Стой!
Ну какого хера ты поехал, а? Я ж не все посмотрел. Мне повез. Понятно. Хреновая тема. Автосейвы эти. Ладно. Ну, знали, что... Теперь мы знаем, что там находится у нас секретная миссия. Там, по всей видимости, все-таки можно было как-то наверх добраться. Либо мы сейчас выйдем где-то там. Но это вряд ли, да, уже, похоже, мы там не выйдем. Где тебя? Голем ЧП появился не в самом подходящем моменте. Ну, вы сами видели, три эски просто на изике выбиваются. Так, у нас еще одна сфера. Что-то до хрена в игре, я не знаю, почему так много. Видимо, для казуалов. Очень много сфер. На предыдущих Devil May Cry, блин, хрен найдешь все сферы золотые. Надо было только, ну, их не сильно много по игре было, и вторая возможность была только покупать их. Но здесь возможность покупать тоже имеется. Ну и в каждом уровне почти по штуке валяется.
Печально, конечно, мы выползли, потому что, ну, секретная миссия отвалилась у нас. Надо было все-таки попробовать залезть там. Всадник на коне. Даже цветы какие-то распустились. Прикольно. Так, а мы до сих пор не видели корня, да? Даже не дают никуда залезть. Печалит очень. Данный факт. Ну ладно. Malthus, of course. More trouble. Not sure about that one, though. Never seen it before. Not in the world anyway. Search for the devil's sword, Sparta. You know where it is. He told me to leave it be, but I'm afraid it still concerns me. Что? As long as there is a blood descendant of Sparta, I cannot take any chances. Do you understand? Find it and destroy it. Only then will his reign be truly realized. Но меч Спарды был у Триш. Почему она назвала его Спардой, этого кента? Как он нарисован на Гирионе. Замечательно. I know what you are. Don't worry. I'll be gentle. Awake now. This is your villain. Если где-то там у нас великан уже сдулся. Хорош. One thought fills immensely. It's not the time of poets. So when there's a will, there's a way. Now let's go. Так, как не уворачиваться? Так, кто это? Тигришка, ты где там? Хорош, блин. Где моя собака? А он. Not quite extinct until today, that is. Be careful, Lee! He's got hard power! I'll take that momentum and send it right back. Доставать книжку, чтобы восстанавливать их кентон. Angel that has added on.
Давайте. Неплохо. Киска отвалилась. Так, это хреново, что я попал. Ой-ой-ой. Это вообще жесть какая-то творится, я сейчас сдохну нахрен. Давай, киса. Блять. Сука. Неплохо. Второй слив на боссе. Блин, ему не, как-то, ну, ему не сильно много хп-то осталось. Ну, да и мне-то нехило так досталось, да? Что-то я не по... А, стоять, господи. Я пропустил это. Нику. Нико. Можно прокачаться же. Совсем забыл про нее. Hey, I could use a hand. Ugh, you got it. Wait right there. Минотаврус написано на машине. Хорошо. Так, где кнопка 10? Окей. Качай меня. Прекрасная дама. Седлать королевская вилка. А, ну, не, подожди, блокада, да. Вот карусель. А, так надо залезть сначала, но... Двадцатку стоит, слишком дорого. Да, мы, наверное, на кошмары будем залазить и уничтожать всадника на Гирионе. Классная музыка, господи. Расслабляет. Еще бы загрузки бы не было, было бы вообще шикардос. Замечательно, все, гоу. Гоу на босса. Ну давайте, промотай. Подожди, я не понял, почему не залез на этого? Struggle all you want.
Ну, вообще бесполезен, Бля, пиздец, пол хп отнял. Да, господи. Да ёб тебя, блядь. Не будете помогать, нет? Что, у меня там собака эта умерла, да? О, собака, котик, сдох. Ах ты, господи. Чё за жесть? Я не понимаю, почему голем не долбит этого чувака. Он вообще какой-то бессмысленный. Да. Не, ну в принципе, если бы я вначале бы не затупил бы и он не снял в самом начале раунда половину хп, думаю, мы бы с ним бы справились, наверное. Блин, опять Ника звонить, ё-моё. Можно промотать? Давайте промотаем эту штуку. Нельзя? Эй, I could use a hand. Можно, да? Нет, нельзя. Да по сути, что ли? Не, давай, можно. Окей. Давайте 3500 потратим на магию. А, нет, смотри, повышение у нас есть.
То есть все прокачанное осталось. Смысл кошмара вообще оседлать. Так, можно его быстро оседлать, хорошо. Давайте купим фиолетовую сферу одну. Для формы демона, замечательно. Он, в принципе, вообще легкий босс. Если бы еще Вии умел нормально перекатываться и перемещаться по карте, было бы вообще замечательно. Я думаю, за Ниро вообще этого босса убить не ставит труда. Но так как он инвалид, еще и год. Так, что там у нас? Как там кисти это? Что-то это, кстати, атака мне очень быстро не встает. Ах, вот это не закупил, это не знаю. The power to control time. That's quite a horse. But that would be his chariot. But Dante killed him already. A rare species, but apparently not quite extinct. Until today. The chariot has got horsepower. Take that momentum and send it right back. Right. Return. Окей. Да снимайте вы. Отлично. У меня никого не осталось. Давайте, ребята, там это. Появляйтесь. Гасите, пацана. Хорошо. Давай там птица.
Как он тебя вызвал? Появляйся, все, окей, загасили, в принципе. Замечательно, есть, все, убиваем. В смысле? Окей. What of wisdom? No clock can measure. Хорошо. Окей. Третья попытка? Да? Или четвертая? Третья вроде. I'm fine. I must chase him. If the Devil Sword Sparta still exists, it may very well be our only hope. Think about this for a minute now. What will you do if you find it? You gotta be strong in mind and body to wield the Sparta, and you, sir, are neither. Hate to break it to you, but the Sparta will just be too much for you. For me, yes. But what if the boy, Nero? Let's go. Once we are near the Sparta, even I should be able to sense its presence. Ладно. Миссия опять пройдена. Это из-за смертей, да? Хорошо. Миссия 6 до 5 происходит за 2 минуты до 5. По всей видимости, это Ниро. Конечно, Ниро выбираем. В чем проблема? Стальной удар, значит. Хорошо. Блин, сейчас опять переучиваться на Ниро. Hey, у тебя новая рука есть для меня? Это что, пушка? Господи. Да я их менять не могу, как мне ими пользоваться? Сладенькая это, ну, как мне пользоваться? Так. Акселератор, бич дьявола. Что за перескок? А, это который мы не можем выполнить. Прыжок от врага. 37. Еще одну руку взять или синюю? Ого, PlayStation за... Назад-вперед, находясь на земле. Отлично, берем. Нет, подожди. Что там по бичу дьявола? Особая функция усиления синей розы и алой королевы. Воу. Вышибало. Который позволяет применять убивающий с одного удара крушитель. Ломается после использования. Не. Мне вроде бы все нормально. И я надеюсь, мы найдем по левелу еще кисти для Ниро.
Ага. А мне по боеприпасам по нулям. В любом случае придется покупать, да? Да? По снаряге там у меня пусто. Нет, ладно, можно не покупать. Ведь нам Нико любезно предоставила по руке. Так сказать, протянула руку помощи. Так, ну теперь начинаем. Довольно хрупкие, можно сменить на экране персонализации. Ну, кстати, напоминает что-то типа того, что было у Данте в третьем Данте крае, что можно было только во время сохранения менять. Well, she ain't dead. Стиль. Got a pretty smoking body, though. Not that I was barely even noticed. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah. What the hell? Mm-hmm. He's too big to leave alone. Better take care of it. Stay alert. Yeah. Ого, прям так сразу, да? Опана. Так. А как мне залезть на ним? О, привет. Забавные вещи.
Хай, блядь. What are you doing down there? You didn't think you did that all by yourself, did ya? You know, I bet you taste like chicken. Oh, you ungrateful son. I'll leave this beast to you. I must press on. Yes. Well, it's just you and me, cockroach. Он там делает. Понял. Понятно. Блин. Давай, немного осталось. Какая-то платформа. Да не тут ты делаешь. Неплохо. Конечно, да. Things are rude too. What's going on? А кто внутри? Yo, ladies away. Got any questions for? Better make it fast. All right. Hey, wait. We could use that. Pick it up.
Not that one, the other one. This one? Next to it. Come on, you go this one? Sure. Классная девка. Такое прикольная схватка. И еще и эску дали. Блин, жесть. А, ну, кстати, может быть, фиолетовым обозначается миссия именно за Ви, а синим ромбом за Ниро. А значит, красным будет обозначаться миссии за Данте. Простая логика. Леди. So what happened to him and Trish? They end up like you? Trish, she was captured. I remember that. But I don't know what happened to Dante. Damn it. You can't travel through here in a car. Yeah, we know. We're just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on, I'll get ready. I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these. If they're of any use to you, they're yours. Wow, I can make something truly awesome out of these. Shocker. Can we trust him? Your guess is as good as mine. He might be useful, though. Enough talking. Get some rest. You need it. Yo, lady, wake up! It's time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Come on, get up, get up, get up! Got something to wear that's good for digging? Ew. Ну зачем засветили, а? Загадка. Ви. Конечно же Ниро, господи. Это что за прикол миссии? То есть мы вдвоем будем проходить миссии или как? Я не понял. Ниро. Да, конечно. За Ви как-то не особо хочется проходить миссии. Не то чтобы он не очень, как бы, но так себе. Кто-то мне написывает. Hey, I got a new arm for ya. Oh. I really worked up a sweat on that one. Это что такое? Это замедление времени. Хрена он стоит. Да я еще предыдущий не понял, как они вообще юзаются, если честно. Ну, то есть не распробовал вообще предыдущие два. Блин, хочется прокачать алую королеву, синюю розу на максимум, конечно. Акселератор я почему-то не использую, не знаю. Да нет, руки я тоже сильно-то не юзаю. Захват тросом, постоянный шанс захват тросом, значит, увеличивает его дальность. Вот это вот мы изучим стопудово. Это хорошо. Дальность выше. А прохождение легче. КС выстрел, АКС заряженный выстрел.
навык оторвы. Давайте. Так, а где Ви? Он по всей видимости с другой стороны, да? Ага. А вот и Ви. А зачем мне тут сразу? Так, Ви, а вот эту штуку ты уничтожай. Пожалуйста. Нет? Не хочешь? Ну ладно. Странно, зачем ты сразу ХП дают? Есть причина. Оу, новые враги. Оу, это те враги из четвертой части, да? Похоже. Раш. Или нет? Нет, там были с щитами. Окей. Теперь я понимаю, зачем там ХП. Вышибал, да, он стоит сейчас. You can follow if you want, but I'm going ahead. Главное опять не пропустить миссию. Кстати, предыдущая часть в главе по всей видимости миссии не было секретной. Так, что у нас выше? Господи, опять. До хрена золотых сфер. Друзья, это какая глава? Восьмая или седьмая? Личинка демона. Окей. Красавчик. Посчитал.
Я случайно нажал на центральную панель во время битвы. Ладно, идем вниз. Понятно. Так, давайте вот этот фильм сломаем. Сверху пришли, да? Угу. Ничего интересного нету вроде бы. Это должна быть голубая сфера, я думаю. Но почему-то я ее не вижу. Кстати, вот тайминг, да, этот? Понятно. Они, по всей видимости, взрываются, а? Хорошо. Это пиво? Red? Да? Вроде бы. Мало хп дали. Далековато. Интересно, а в данной миссии, если выбрать V, босс будет тот же самый? С. Ну, неплохо старается, в принципе. Воу. Wow.
Так, уходим. А где руки? А, все. Блин, я туплю. Стою, туплю. У нас тут враги. Да ладно. Прям здесь? Нет. Я не заметил эту матку, вот так сказать, которая рождала врагов, этих демонов из зада. Да, мы сейчас просто сразу разберемся с ней. О, отсюда? Погоди. С самого начала миссии, что ли? What the fuck? Че, по сути? И у меня, кстати, все руки отвалились. В чем прикол? Они какие-то суровые. А этот, кстати, малыш. Малыш-то не разрушал у нас корень. Из-за этого не могу даже взять хилку. Забавно. Блин, я не думал, что с самого начала. Это, я думал, что начнем с контрольной точки. Ну никак не отсюда. Жесть. Естественно, как золотой сферы тут нету. Yeah.
Okay. Да. Так, давай выходим. Окей. Да? Мне показалось. Здесь у нас кто-то летал вроде бы. А, здесь у нас бегала эта хрень с красными сферами. Оу. Где-то мы здесь уже сдулись как раз. This was the right way. Nailed it. Gotta push on ahead. Отлично, все, разобрались. Окей, затащил, вроде бы. Ну, чувствуется какая-то сложность, это хорошо. Классно, когда игра проходит не на легке. Какой-то экспириенс получаешь от нее. Что там? Закрыто, да? Ви справился, по всей видимости, тоже. Okay. Guess I'm going down.
Угу. Это все? Ничего не заныкали? Нет, по всей видимости. На вагон залезть не дают. Да, забираем. И нет. Он все следит за... Да. Так, а куда нам идти вообще? Я не понял даже. Вот отсюда мы пришли. На это мы пришли из-за угла. Не, нам последний мы сюда. Yeah.
Хотя я подпрыгнул. Окей. Так. Коль мне наверх, мы сейчас будем исследовать локу на предметы интересностей. Ну там что-то у нас есть. Это мы заберем. И сходим наверх. Так, подожди, с этой стороны у нас что? С этой стороны мы как раз и пришли. Понятно. А, у нас, кстати, тут вроде бы сражался как раз и Ви. Весь кровик Окей, неплохо. Все равно мне еще не поздно, мне уже глаза слипаются. Ну, от усталости. Но игра не отпускает. Только не понял, что мы тут делаем в этой подземке. Зачем мы вдвоем с Ви пошли? Так, ну мне по всей видимости на выход идти. Ага. Есть ли тут секретная миссия? Потому что я еще ничего не видел. Ага. Очередной у нас как корень, да? Или нет, или по всей видимости. А, нет. Вообще надо вниз прыгивать, да? Yeah.
все. Хорошо, косяк, что у меня две руки, сейчас бы Нику не помешало обновить арсенал. Так, а я на эти могу запрыгнуть? Между ними ничего нету? Печально. Могли бы что-нибудь положить. Летучие мышки. О, я вижу. Или нет. Я думал, это голубая сфера. А это, по всей видимости, арена с боссом. А, кстати, что-то наподобие было у Данте. В четвертом Devil May Cry. Помните, когда он с жуком сражался? С ним, с доктором, этим профессором пузатым. А вот и Ви. Прото Анджело? What? Ну, кстати, да, он на Анджело похож из первого Devil May Cry. Скуду Анджело. Nice. Getting the band back together, huh? What evil lurks? I must destroy. I thought that was the plan all along. Хорошо. Вот Анджело, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, это Анджело просто Нео, Нео. Анжела это была душа Virtua, сейчас она душа. О. Еще один. Окей, у нас последний. Ну-ка. Не вставай. Ну-ка.
Блин. Минусовали. Это не босс, да? Took us long enough to get here. What? Tired already? I just remembered something. This town was attacked. Once before. Is that so? I was here. I can still see it. In fact, I was playing right here. That was the house. This is where we part ways. You go ahead. You're gonna miss all the fun. No. I must seek out the Devil's Sword Sparta. What? Yeah, I don't think that's such a good idea. Trust me. You're not the only one who thinks so. But to win this fight, we're going to need all the help we can get. Not the only one. What the hell aren't you telling me? Да хрен он от всех скрывает что-то. Ну, эй, нормально. Кстати, данную миссию можно перепройти за Ви. Значит, да, Нейра пойдет разрушать корень Клипота, да? А Ви выяснять про свое детство. Guess there's no point thinking about it. Perfect timing. Yeah. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off. Get in the car. Oh my god. Ну, Ника. Блин, ну сейвы, а? После каждой катсцены. Кстати, у нас опять две миссии пройдены, в принципе. Можно, наверное, было бы на этом моменте уже прерываться. И леди приоделась. Хорошо. Я даже не знаю. Блин, с одной стороны, не хочется растягивать прохождение, так как в следующий четверг выходит Секиро. И надо до следующего четверга, естественно, до 21 числа. А это через 10 дней. Пройти Devil May Cry. Но с другой стороны, не хочется его так быстро закончить.
Восьмая миссия, если не ошибаюсь, в игре 20 миссий. Если проходить по 2 миссии каждый день, то, в принципе, нормально будет, я думаю. Да? И тем более уже поздновато для меня. Ладно, все-таки да, я на сегодня мы закончим наше прохождение Devil May Cry 5. Завтра я, наверное, отосплюсь и попробую побольше постримить. А возможно и нет, отосплюсь нихрена. В общем, такие дела. Подписываемся на мой Twitch канал. Фоловьте. На Твиче не забывайте, что качество лучше, чем на Ютубе. Всем спасибо за внимание. Увидимся. Пока.